Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня я представляю вашему вниманию старый телефончик Nokia 1616. Модель 2010 года выпуска, то есть ему уже целых 13 лет. И, собственно говоря, он является, так сказать, более дорогой версией Nokia 1280, которую я ранее уже обозревал. 1280 это был низший бюджетный класс, самая наиболее дешевая модель, и она пользовалась очень большой популярностью. 1616 это также бюджетная модель из бюджетного класса, также с очень низким набором функций, но здесь экранчик побольше, он цветной, ну и дизайном внешне тоже различается. Собственно говоря, кстати, этот телефон, возможно, у кого-то из вас был. Я такой довольно много у кого видел. У некоторых знакомых моих был такой. У товарища у одного был такой тоже. И вот я таким в свое время не пользовался. У меня такого не было. И вот я через Авито решил купить. Значит, давайте по характеристикам пройдемся. Классический моноблок, полностью сделан из пластика, довольно-таки качественного, ничего не люфтит, не скрипит. Поддерживается одна сим-карта. Весит 79 грамм вместе с аккумулятором. Дисплей цветной, разрешением 128 на 160 пикселей. При 65 тысячах цветов. Есть FM-радио, фонарик сверху. И поддерживает до 500 контактов. В принципе, в основном больше ничего нету. Давайте осмотрим внешний вид. Такие вот слитноватые резиновые клавиши. Они очень удобные. Пальцы не соскакивают. Джойстик. На веке, точнее, может показаться, что он 5-позиционный, но на самом деле нет. В центре не нажимается, только 4 позиции у него. Экранчик 128 на 160, как я уже говорил. Сверху разъем 3,5 мм под наушники и фонарик. Очень похож на 1280. Эта сторона без дополнений, а с этой стороны есть разъем под зарядку 2 мм. Снизу зазок для открытия задней крышки и этот зазочек для выемка для шнурка. На 1280 вот тоже в этом же месте находится. Динамик здесь отсутствует спереди. Эта дырочка просто для выхода звука в эту сторону. Но динамик один и направлен он туда. Так что при разговоре это не так удобно. При разговоре звук выходит отсюда, это не так как-то комфортно. Давайте откроем заднюю крышку. Аккумулятор оригинальный, BL5CB на 800 мА идет у нас. И здесь такая вот сим-карта сейчас стоит. И внутри вот такой вот, немного полупрозрачный корпус. Ну и разъем под сим-карту. Он такой же, как в 1280. У этого телефона есть множество аналогов, которые отличаются незначительными отличиями в дизайне. Ну и в не только внешнем дизайне, но и дизайне как бы в прошивке. Функции те же, но там иконки могут быть другие, темы другие могут быть. Один из таких аналогов был у меня. Это Nokia 100. Вышедший годом позже. Это абсолютно то же самое, только отличается дизайном и внешностью именно в прошивке. Остальное, в остальном абсолютно идентичны. Ну еще там вместо игры Bones
игра Vacation Solitaire. Хотя на первой версии Nokia 100 тоже был Bones. Также есть, в 2010 году также выходил его ближайший, наверное, собрат Nokia 1800. Он отличается, в принципе-то, мало чем. Он отличается только тем, что у него кнопочки слитные, пластиковые. Эти стороны все точно такие же, только они там черные. Ну и в зависимости от цвета, какой вы телефон выберете. Ну и сзади немного различается. В остальном телефоны абсолютно идентичны. Ну, разве что там темы отличаются и игры. В остальном и иконки такие же, абсолютно все то же самое. По цене не знаю, когда этот телефон вышел, он стоил 1600 рублей. 18.00, скорее всего, стоил столько же. Здесь находится микрофон. Динамик сзади, как я уже говорил, он достаточно громкий. Вот здесь можно заметить, что дырочки еще вот здесь есть и вот здесь. Но динамик именно вот здесь, где мой палец сейчас находится. Теперь предлагаю включить и пошариться по функциям. Всем известная заставка. Ну, у меня не работающая сим-карта стоит сейчас. Ну, я думаю, нам не нужна, в принципе, работающая. Мы звонить не будем. Вот здесь должен показываться логотип оператора. Здесь показывается время. Вниз у нас контакты, но текущая телефонная книга пуста. Вправо календарь, влево новые сообщения. Меню «Актив» есть, мы можем свои функции быстрые назначить, выбрать. Двумя нажатиями вверх включается фонарик. Фонарик не очень яркий, но в принципе для обычных вещей, где фонарик просто нужен, чтобы что-то посветить, вполне сгодится. Клавиши нажимаются очень удобно. Есть в телефоне также говорящие часы, так же как и в 1280, которые включаются точно так же на кнопку решетка. Вот так вот. Да. И здесь также они на это включались. Давайте пройдемся по меню. Сообщения, контакты, звонки, настройки, часы, радио, памятки, игры, дополнительные функции. Ну и меню сим-карты. Сообщения у нас такие вот. Новое сообщение, смс поддерживается, только ммс вроде не поддерживается. Хотя какой на таком телефоне может быть ммс? Отправлены и приняты черновики, чат, графические сообщения. Есть 30 вот таких вот картинок. Они все такие же, точно как и на других бюджетных моделях Nokia, этой линеечки. В том же 1280, 1200, 1202, 1110, там и все дела. Так, вот списки рассылки, зафильтрованные сообщения, контакты. Сейчас контактов у нас нет, можно добавить, удалять, скопировать с сим-карты в телефон или с телефона на сим-карту по настроечкам. Структурированная телефонная книга. Номер службы голосовой почты, быстрый набор, фильтрация номеров. Звонки, ну, не принятые, принятые, набранные. Очистить списки вызовов, есть длительность, еще счетчики. Они, по-моему, все сброшенные у меня были. Защитный код у нас 1, 2, 3, 4, 5 по стандарту. Счетчик сообщений. Настроечки. Давайте по настроечкам. Кстати, иконочки здесь, как можно заметить, из моделей, они такие же, как в моделях Nokia, выходившие в это же время. Это C102 Nokia была у меня. Надо, кстати, тоже на нее как-нибудь снять обзор. Из серии 40, то есть более расширенным функционалом намного. И там были иконки все те же самые. Этот телефон на системе Sirius 30, то есть бюджетный класс. Настройки. Настройки сигналов.
Давайте пошаримся, какие у нас тут есть мелодии. Мелодии все такие же, как в 1280, но, правда, есть небольшие различия. Кто там орёт на улице? Так. По мелодиям все стандартно. Многие из вас, может быть, их узнают. Мелодия Deathcon пропущена. Она переместилась в другое место. Увидите еще. Вот рингтоны формата AEC отличаются. Здесь, ну, вот эти две были, 1280 тоже. Рингтоны для будильников, для сообщений. Вот, Deathcon сюда переместили, сюда также Юргент переместили. Ургент, ё-моё. Вот она. Ну, еще 5 пустых мест есть. Громкость сигнала у нас стоит минимальная, давайте на максимальную поставим. Динамик очень громкий. Кстати, в 18.00 рингтоны все такие же точно, но там AEC рингтоны тоже отличаются. Другие. Вибровызов, сигналы о сообщениях. Они не меняются. Ну и можно что-то из мелодии выбрать. Тональные сигналы, предупреждающие, ритмический световой сигнал. Это, собственно, вот мы музыку слушаем, и экранчик моргает вот так вот. Может быть, это прикольно, но точно не для меня. Я это выключу. Настройки дисплея. У нас есть темы. Тема 1, тема 2, тема 3, тема 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Темы, ну, мне из всех них мне только первая нравится, на самом деле. А другие, ну вот, например, здесь как-то фон с текстом немножко сливается. Это как-то не очень прикольно. Можно также изменить тему. Фоновый рисунок есть еще два дополнительных. И можно ее убрать. Можно желтый какой-нибудь там выбрать. Давайте тут, например, выберем желтый. Фон в меню также можно поменять. Давайте желтый будем. Цветовые схемы это...
Это можно вот так вот менять. Некоторые параметры темы вот так вот тоже настраиваются. Прикольно. Отображение меню значки или список. Мне нравятся значки. Информация сети, время подсветки. Обычное это 15 секунд, увеличенное 30 секунд. В 12.80 еще была возможность ее отключить. Здесь возможности отключить нету, потому что здесь, когда экран тухнет, он тухнет полностью и ничего не видно. А здесь экран, когда тухнет, он прекрасно читается даже с полностью отключенной подсветкой. А здесь он тухнет до конца полностью. Есть также заставки. Такая вот смена цветов еще у нас имеется. Такая вот фигня есть. И вот такая фигня еще есть. Просто смена цветов. А еще есть математический вариант. Вот такой вот. Показывает решение примеров. Flames. Ну и случайный выбор заставок. Режимы разные. Каждый режим можно настроить или поставить на временный режим. Настройки часов, установка времени и даты, естественно. Длительность вызовов. Ой, как настройки вызовов. Настройки телефона. Языка здесь 3. Английский, русский, белорусский. Ну и в этой прошивке. Мелодия запуска, приветствие. Все по стандарту. Настройки стоимости. Защита, это пин-коды всякие. У меня пин-код отключен сейчас на этой сим-карте. Здесь требует для изменения включить запрос пин-кода. Некоторые телефоны не требуют его включения. Это настройки меню актив. Ну и у вас все вернуть по умолчанию, нужен защитный код. Далее часы у нас. И это будильники. Сигнал будильника можно выбрать. Так, повтор говорящие часы. 15, радио работает только с наушниками. У меня при себе наушников сейчас нету. Так что показать не могу. Памятки есть. Напоминалочки всякие. Календарь очень даже удобный. Игры. Самый интересный, наверное, для ребенка раздел. Здесь три игры. Это Bones, Forbidden Treasures и Snake Sensia. Собственно говоря, такой наборчик игр мне нравится. Очень даже нравится. Давайте пройдемся по каждой игре по очереди. Bones. Вот эту игру я просто обожаю. В 12.80 была такая же, только черно-белая. А тут она цветная. Цветная, это поприкольнее. Вот, собственно, мой рекорд, который я тут набил. Все мы помним эту игрушку. И все мы с вами знаем чит-коды, которые существуют в ней. Давайте первый уровень пройдем, потом поговорим про них. Долбанный седьмой уровень, который люди не могут без чита на бессмертие пройти. А чит на бессмертие это 787. 787898. Также есть чит 787899. Он позволяет нам переключать уровни тройкой и однеркой. Давайте переместимся на седьмой уровень. Я научился проходить его без чита на бессмертие. И, собственно говоря, сейчас я вам продемонстрирую это. Но, правда, в одном моменте придется на удачу положиться. Блин, на камеру это, конечно, тяжелее. В одном месте придется на везение рассчитывать. И там повезет, так не повезет. Блин, на камеру тяжелее. Действительно. Блин. Я же говорю, на камеру тяжелее. Вот так.
Так, и вот самое жопное место у нас дальше идет. Блин, вот как тяжело так смотреть, а. Короче, как это пройти? Надо подвинуться и вот так вот прыгать начать. Именно прыгать. Во время прыжка она не задевается, вот эта фигня. Так, давайте еще подождем. Приготовимся. Вот так, аккуратненько, хорошо. От прыжка вот так сюда надо запрыгивать. Здесь надо полагаться на шустрость. О, здесь получилось. Так, давайте еще раз подождем, я не успел приготовиться. Опа, хорош. И вот здесь, в этом месте, надо на удачу положиться. Просто на удачу. Чтобы не задеть вот этот вот чекпоинт. Надо его не задеть. Ну-ка. О, повезло, повезло. Я его не задел. Ну и теряем жизнь просто. И спавнимся опять здесь. И в итоге мы это место прошли. Тут реально как повезет. Иногда он задевает, иногда не задевает. Кстати, я вот думаю, может быть, мне как-нибудь снять полное прохождение этой игры без читов. Как думаете? Пишите в комментах. Но, действительно, там тоже придется на везение положиться. Проскакиваем это место. А, блин, я не успел дойти до финиша, случайно тройку нажал. Ну ладно, там все равно уже финиш был. Должен быть дальше. Forbidden Treasures. Скрытые клады. Вот чем отличается, кстати, играми от 18.00. 18.00 там игры те же, но вместо Forbidden Treasures там Vacation Solitaire. Просто, а Bones и Snake Sandy там тоже имеются. Ну, здесь, короче, надо выкапывать и набирать вот эти вот доллары. Сейчас на втором уровне нас просят 500 набрать. Вот этот ящик с песком или что это, золото, наверное, дают 100. Вот эта серебряная хрень дает 200. И вот эта статуэточка дает 300. Но там гуляет огонь, который снимает наше здоровье и, собственно говоря, мешает нам. Здоровье можно пополнять сердечками. Не знаю, сколько здесь уровней, скорее всего, они бесконечные. И в каждом увеличивается цель на 100. Зал славы. Здесь я до 25-го доходил. Потом решил попробовать еще раз. Также проиграл на 25-м уровне. Ну и Snake Sensia. Эту игрушку вы знаете все. У меня режим кампании сейчас включен. Уровни здесь проходятся у нас по порядку. Набиваем поеданием шариков вот эту шкалу, и открывается проход на следующий уровень. Но есть также классический режим, где мы просто играем и кушаем вот эти шарики. Все вы эту игрушку знаете. Ну и настройки игр. Это звук и вибрация. Дополнительные функции. Калькулятор. Калькулятор очень удобный, но довольно-таки простой. Умеет только складывать, вычитать, делить, умножать. Всякие там корни, вот это вот все. Модульные. Это он все решать не умеет. Это самый простой калькулятор. Дроби. Всякие там. А, ну дроби-то может. Конвертер. Довольно-таки полезная функция. Я на Nokia 100 пользовался конвертером. И, например, смотрел, сколько секунд будет
в 24 часах. 86 тысяч с чем-то, я не помню. Учет. Учет — это расходы всякие. Я не, по-моему, кстати, учета не было в 12.80. Есть таймер. Давайте его он поставим на 1 минуту. Календарик мы уже посмотрели. Секундомер. Секундомер самый простой. Фонарик включали уже. Ну и демонстрация — это демонстрация различных функций. Показывают, то есть показывают нам, как что делать. Чтобы было понятно для тех, кто не понимает. Ну и, собственно, посмотрели вроде бы все функции. Давайте дождемся, когда сработает таймер. Батарея в камере садится уже. Что-то минута долго это идет, вам не кажется? Время истекло. А почему звука нету? Ладно, почему-то без звука сработало. Ладно, в общем, вроде бы про телефон все рассказал. И всем спасибо за просмотр. Кстати, вот что забыл сказать. У этого телефона есть несколько вариантов расцветок. Я точно все не знаю. Я видел, помимо этого, у меня вот с синим таким корпусом. Есть еще с красным. Может, еще какие-то варианты есть, не знаю. На сегодня все. С вас и Господь Песозы. С меня эпичные видосы. Давайте выключим. Подписывайтесь на стримерский канал, на влоговый канал, Свадьба ВКонтакте. И ждите следующих обзоров. И всем пока.